Вместо киосков и лотков – бульвар для прогулок. Благоустройство этой территории на улице Авроры было давней мечтой местных жителей. На протяжении многих лет здесь был рынок. Люди жаловались на большое количество мусора. За комплексное благоустройство этого участка проголосовали сами жители весной этого года во время рейтингового голосования. Летом началось благоустройство. Рабочие сняли слой старого асфальта, вывезли грунт, проложили подземные коммуникации. Сейчас обустраивают газон с автополивом на площади 12 тысяч квадратных метров. Параллельно укладывают плитку, которая займет 8 тысяч квадратных метров. Стало чище, аккуратнее, смотреть приятно. То, что было раньше, конечно, коробки, мусор, все это летало. Летало везде, по всему району. Естественно, собаки. Собаки везде были огромные. Это было ужасно. Сейчас, конечно, все к лучшему. Мы очень рады, что преображается наш город. Сейчас жители, в общем-то, довольны тем, что здесь будет комфортная, уютная зона. Дети будут отдыхать, фонтанчики. Я думаю, что это классно. Ремонт на участке улицы Авроры от аэродромной до Марисы Терезы выполняют по нацпроекту «Жилье и городская среда». В график укладываются, работы выполнены на 80%. Спортивная площадка практически готова, остается уложить прорезиненное покрытие. На бульваре установлена 11-метровая ель с подсветкой. Украшением прогулочной зоны станет сухой фонтан. Подземные коммуникации готовы, рабочие приступают к облицовке. Выполнены на 95% технологические работы, чаша бассейна закончена. Закончен монтаж насосный полностью с засыпкой всех пазухов. Сейчас ведутся как раз вот работы по облицовке чаш фонтана гранитом. Воплощение идей горожан в жизнь, активное участие жителей в благоустройстве – важная часть стратегии лидерства, документа, разработанного по инициативе губернатора Дмитрия Азарова. При разработке дизайн-проекта нового бульвара учли мнение горожан. На бульваре установят скамейки, урны заменят освещение. Также здесь появится современное видеонаблюдение. 5 камер будет стоять, веб-камер. Здесь будет зона Wi-Fi, которая организована бесплатно для жителей, будет тоже устанавливаться. Впервые применена технология так называемой экоплитки, то есть плитка сделана с решеточкой и будет расти трава. То есть соединен газон с плиткой. Ну, тоже, по сути, это впервые, первая попытка вот так организовать. Полностью завершить работы на бульваре запланировано к началу сентября. Лариса Шлафаст, Константин Головин, «События».